Не трогайте мои уши. Робокошки ориентируются за счет трех камер. Одна из них направлена вверх в потолок, еще две расположены в нижней части устройства. Для того, чтобы ее включить, достаточно просто погладить робокошку по голове, выбрать нужную команду в меню и нажать кнопку «Поехали». У нас находится только один робот. Располагается он на входе флагманского центра Института Склифосовского. Значит, робокошка, мы все ласково называем ее Белла. Она выполняет несколько функций. Во-первых, это сопровождение пациентов, которые находятся, безусловно, в стабильном состоянии, и посетителей, которые приходят к нам в центр. В сопровождение в ту или иную необходимую зону. Во-вторых, в комплектации робокошки есть полочки, и они помогают довести личные вещи. То есть на полочку можно положить сумочку и со свободными руками пройти в ту или иную зону. Ну и третья, основная, пожалуй, самая основная функция – это положительные эмоции, которые кошка дарит нашим пациентам и посетителям. Потому что, попав в сложную ситуацию, да, у каждого пациента и каждого посетителя, который находится в нашем центре, ситуация сложная и помогает немного расслабиться и получить какую-то положительную эмоцию. Кошка активно реагирует на тактильные прикосновения, она отвечает, она радуется, когда мы ее гладим. Так.